Всем привет, вы на канале Риана and Кэнди and Николь. И вы попали на челлендж мармеладские конфеты дрожжи. Мы сегодня будем с Кендюшей вас веселить перед Новым годом. Я буду крутить вот такую вот рулеточку и выбирать, соответственно, конфетки. Вот, смотрите, тут конфетки есть, не обманываем. Да. Давайте к примеру. Я кручу рулетку. Мне выпадает коричневая конфетка. И тут есть предположение кола или кошачко. Я беру такую вот конфетку коричневую, показываю вам, и я кушаю. У нас будет 3 раунда. Давайте 4 сделаем. 3. 3, да, договорились? 3 я кручу раза, и 3 конфетки я съедаю. Да? Хорошо, все, договорились. То есть, видите, все уже новогоднее. Елочка. И новогодняя тарелочка. Тарелочка новогодняя. Да. Ну, короче, ладно, погнали. Так, Кендюша, дай мне вторую руку. Мне попались арбуз или сопли. Зеленая конфетка сейчас. Кендюша, помогай мне. Ой, тебе нельзя. Эту лету. Ой, ты съел, ладно. Ему можно. Так, все. Кендюшек, не заморал меня. Ладно, ничего, все хорошо, продолжаем. Арбуз или сопли? Вообще, я играю в эту игру первый раз, так что я не представляю, какие там сопли будут, какие там арбуз. Ну, арбуз вы представляете, да, все? Давайте попробуем сейчас. Это арбуз. Мне повезло. Повезло мне. Видно, Кендюша выпали сопли, потому что он их сразу выпил. Так, давайте дальше, пока я дожевываю. Мне попался виноград или сыр с плесенью. Это оранжевая штучка. Это окей. Кендюша выбирает самый ближний от тебя. Так, короче, Кендюша выбрал вот этот вот. Фиолетовенький такой, да. Мы не крутим. Давайте едим. Это у нас получается виноград или сыр с плесенью. Я думаю, что у нас будет сыр с плесенью. Давайте попробуем. Кендюша ждет, не дождется. То ли я не понимаю, то ли реально мне везет. Это, походу, виноград. Если меня все будет вести, я для вас найду ту конфетку, которая адская, и докажу вам, что тут есть. Моя чашечка — адские конфетки. Но сейчас мне реально везет. Так, ладно, давайте крутим. Мы не берем пока. Давайте еще раз перекурить, потому что мне опять пропала зеленая. Пози, в принципе, там эти конфеты разные. Ладно, давайте. Ну, так будет вам неинтересно. Давайте мы что-то прикрутим. Да опять они. О, кола или кошачка. Если я дам Кендюшу, ну все, естественно. Это у нас коричневенькая. Сейчас я буду брать. Почему они отличаются цветом? Мы берем, который посветлее. Такой этот. Дальше. Берем вот этот. Берем. Кушаем. Фу. Не знаю, что это. Но, походу, это кошачий корм. Сейчас мы возьмем салфеточку, чтобы не вычерить рот и мои руки. Вот я вам доказала. Так, давайте запьем. Это все подготовлено.
А ты наносили. Так, ладно. Дальше продолжаем. Так что на зайца вот тут. Видно что-нибудь вам? Заяц, проснись. Короче, о, красный загорелся. Значит, сработает. Ну, через камеру, наверное, не так передает. Ну, короче, для красоты пусти. Ладно, давайте дальше. Четвертый раунд. Последний. Перекручиваем. О, апельсин или улиточка. Вообще-то у нас много еще вкусов осталось, но я планирую вторую часть. Так что если много лайков, то я подумаю. Так, это получается у нас оранжевенькая. Да, киндюшу бурить, конечно. Ага. Он выбрал вот эту. Ням. Вот он что-то переливается. Ну, короче, ладно. Давайте. Почему мне не везет? Нам осталось попробовать красненькую и беленькую. Давайте попробуем без блеточки уже. На моё усмотрение. Давайте беленькую возьмем. Вот она, да? Ура! Кстати, белая была. Ванильное мороженое или поношенное носки. Забыла вам сказать. Но это ванильное мороженое. Стой, кинюшек. Дальше у нас осталось красненькое. Ой, не оранжевый уже. Так, я беру вот эту. Какую? Угу. Бедный кинюшек, не дает тебе ничего. Ничего, ты скоро есть пойдешь. Все тише. Жуем. Это свежая кровь. Блин, опять вам забыла сказать, что это. Какие у нас тут вкусы есть. Это, кстати, была клубника или свежая кровь. Давайте еще возьмем красный, потому что на мой вкус это как будто тут все красные свежие. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь надо мной? Давайте запьем, потому что я уже не чувствую, если честно, вкуса. Ням-ням-ням. Вот сейчас мне попалась клубника. Очень вкусно. Клубника топ. Ну, на этом все. У нас было 6 раундов, но ждали вы 4. Мы пробовали все вкусы, даже не по одной штучке некоторые. И вы теперь знаете, можете купить вот такие вот конфетки. И тоже поиграть со мной вместе с индюшей. А Ника у нас там спит. Я ее не трогала, потому что... Да уже баиньки-баиньки. Киндиша нас не спал. Хороший мальчик. Все-все. Не тревожим. Короче, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, кстати, кнопочка подписаться, кто не знал, это снизу. Так, так. Сделать пик. И все. И вы будете... Да, Киндиша подтверждает, что надо подписываться на канал. Потому что за все это время, когда я ждала, подписался только один человек. Мне пришло удивление, и мы даже праздновали это, что у нас подписалось один человек. Так что, если именно ты смотришь это видео без подписки, то тебе скорее сматывай это видео на паузу. Нажимай. И нажимай на кнопочку подписаться.
тебе будет гораздо лучше. Ну а мы с Киндюшей пошли спать. Всем удачи! Мы, кстати, завтра поедем в Вологду. Это завтра рабочий день, мне завтра в школу, но направляем. Вот, короче. Всем до завтра. В Телеграме я выложу фоточки с Вологды. Кто хочет посмотреть, переходите на Телеграм. Ссылочку, наверное, оставлю или в комментариях. Да, скорее всего, в комментариях. Если, конечно, они там будут. Но я постараюсь для тебя, для всех окружающих, чтобы комментарии были открыты. Чтобы ты мог зайти на мой Телеграм-канал, подписаться и посмотреть мои сладкие фоточки. Так, эти адские конфетки. Вот. Ну, короче. Кто хочет следить больше за моей историей, то приходите на Телеграм-канал. Я там не часто появляюсь, но чаще всего, чем на Ютубе. То есть там я гораздо чаще, чем на Ютубе. Потому что там 24/7 почти что. Ну, почти что. Ну, если ты в Телеграме подписан, но на Ютубе не подписан, то тебе на Ютуб. И в Телеграм. Ты должен подписан. Короче, мы тут заболтались уже. Хотя челлендж уже окончен. Ну, ладно. Я не знаю, может, я коротенькое видео сниму завтра для вас в Вологде. Попробую я выложить это видео, вот это. Попробую выложить. Сегодня какое число? Так, сегодня у нас 7, если не ошибаюсь. То есть я снимаю сейчас вот, 7 декабря. И, может быть, я выпущу завтра, но, скорее всего, сегодня, потому что, ну, завтра мы уже поедем в Вологду, только завтра мне уже будет времени не хватать. Я, наверное, сегодня выпущу. Вот. Ну, короче, ладно. Всем пока-пока еще раз. Как мы договаривались, если будет много лайков, лайк, 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 лайк.